ближайшие пару минут только полезная информация от рубрики «По вашим письмам». Доброе утро. От Марины Валерьевны первый вопрос. Мне 53 года, у меня тяжелое заболевание, сил работать нет, да и на работу никто не берет из-за возраста. Скажите, могу ли я выйти на пенсию досрочно? Марина Валерьевна, досрочный выход на пенсию в вашем случае действительно возможен при соблюдении определенных условий. Послушайте. Если речь идет о том, что гражданин не может работать по состоянию здоровья, то мы этому гражданину рекомендуем обратиться в лечебное учреждение для того, чтобы его отправили на освидетельствование медико-социальное. Социальную экспертизу. Если, значит, органы МСЭК установят первую, вторую или третью группу инвалидности, гражданин обращается к нам, мы смотрим, ну, если имеется стаж работы, мы назначаем трудовую пенсию по инвалидности, если стажа нет, то мы назначаем социальную пенсию по инвалидности. От Максима вопрос. Хотел бы спросить, сделают ли в этом году разметку на улице Свердлова, подъем с 1905 года на Уральскую. В отсутствие разметки водители регулярно вылетают на встречку. Максим, понимаем ваше беспокойство, так и до аварии недалеко. В госавтоинспекции края ответили на ваш вопрос. На территории города Перми сейчас заключено 3 контракта по нанесению дорожной разметки. Часть из них нанесение в пластике, а остальная лакокрасочным покрытием. Значит, планируется 100% нанесения дорожной разметки в июне месяце 2013 года. А я напомню координаты рубрики «По вашим письмам». Мы ждем ваших вопросов по адресу электронной почты utrosobakarifei.ru или по телефону 2-630-300. Вопросы оставляйте для абонента «Утро». Удачи в делах в наступающем дне и до встречи.